У меня пошла серия фильмов о том, что хвойные можно сажать для размножения не только черенками, но и семенами, шишечками. Вот для тех, кто не знает, как выглядит туя, видите, это вечно зеленое растение, ему можно придать любую форму, можно обрезать верхушки, оно не будет расти вверх, но я вот хочу вам показать, как выглядят шишки, в которых находились семена. Не только для семян, но я хочу делать и новогодние подарки. А о том, как я их буду делать, я, конечно же, запишу видео. Кто-то говорил: ой, у вас мошки, ой, а вы посмотрите, что у меня творится в этих сосновых, вернее, в этих туевых веточках. Очень много было муравьев, видите? Вот я их и занесла в дом. Ну, а раз дом на земле, то, конечно, живности такой достаточно. Думала, может, еще есть семена? Нету. Все семена опали. Вот так некоторые говорят, ну, открыла Америку, поделилась секретом. Да, в общем-то, я делаю эти фильмы для новичков. Ведь не все новички уже гуру в сельском хозяйстве, в огородничестве, в садоводстве, в цветоводстве. А моя задача – поделиться, рассказать, успеть передать тот опыт, который я накопила за свою, ну, я считаю, уже долгую жизнь. Мне недавно исполнилось 64 года. А это уже много лет. Хотя я не чувствую себя на эти года. Мне лет 40, не больше. В душе. С вами была Екатерина Снетко. И ждите моих новых фильмов. У меня есть еще много интересного, чем можно поделиться с новичками.